Эй, эй, hello. Я хотел бы зачитать о том, что было бы неплохо, о том, что было бы неплохо, я хотел бы... Здравствуйте, дорогие друзья, это PC Building Simulator. Халява в Epic Game на этой неделе. Очень замечательная игра, мне очень она нравится. Очень классная игра, очень классное музыкальное сопровождение. Можно позалипать немножко в эту игру. Обучайтесь ремонту, сборке и диагностике компьютеров, чтобы создать собственный бизнес. Соберите ПК собственной мечты из реальных лицензионных комплектующих с помощью симуляции аппаратного и программного обеспечения. Вот он, симулятор сборки ПК моей мечты. Постройте собственную ПК-империю, начните с базовой диагностики и заканчивайте сборкой машин, за которой удавится любой геймер. И вообще, мы постарались максимально точно передать реальные цены на реальные комплектующие. Самое время использовать полученную в игре информацию и собрать себе зверь-компьютер, а потом еще замерить бенчмарк 3D. Давайте посмотрим, что это за игра такая. Режим карьеры. Новая игра. Принять. PC Building Simulator. Добро пожаловать в PC Building Simulator. Для начала откройте электронную почту на своем ПК. У дверей вам письмо. Принять. Так, вот это что тут мы видим. Видим комнату. Комнату видим. Микрофончик прикольный. Наушнички. Могу взять. 5-й уровень нужен. Так, я понял. Так, проверяем почту. Так, привет. Извини, что мастерская в таком состоянии. Спасибо еще раз за то, что берешь ее на себя. Пока не забыл. Дела идут откровенно плохо, так что денег на банковском счету у компании нет. Каждый месяц будет приходить счет за аренду и электричество, так что лучше отложить деньги на оплату заранее. Приложил письмо, там работа. Поможет хоть с арендой разобраться. Не забывай про термопасту, когда ставишь процессор. Я вот постоянно забываю. И комп греется как чайник. Арендодателя, я так понял. Тип, привет, помоги. А, компьютер тормозит. Может, я нажал что-то не то, и там теперь вирусы. Спасибо, Гэри. За работу Гэри предлагает $100. 100 баксов. Неплохо. Так, давай теперь посмотрим, что там за ПК. Это, наверное, он. Берем ПК, идем и... ставим его на стол. Так, щелкните. Начать работу на ПК. Подключите ПК. Для этой работы нужно будет запустить антивирус. Нажмите кнопку 3 или кабель. И подключите к задней части ПК монитор, клавиатуру, мышь и блок питания. Так. Так, это что у нас? Это походу сеть. Монитор. Ага, то клавиатура, мышь. И питание. Так, вставить USB в устройство. Для того, чтобы установить антивирус, нужно вставить USB устройство в заднюю часть ПК. Войдите в инвентарь, кнопка 1 или установить. Выбрать USB устройство и вставить его в USB порт. Продолжить. Так, установить. Так, что мне... Ага. Вставляем. Так, включите ПК. Чтобы включить ПК, нажмите кнопку P или питание. Щелкните по монитору, чтобы запустить ось. Так. Запускаем. Так. Установите антивирус. Добро пожаловать в Омега, лучшую операционную систему. Для установки антивируса выберите «Установка и удаление программ». И не забудьте потом перезагрузить компьютер. Так, антивирус устанавливаю. Так, прикольная музычка такая. Тун-туру-тун-ту-тун. Тун-туру-тун-тун. Прикольно. Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер. Перезагрузить сейчас. Ну давай. Для входа в BIOS удерживайте Delete. Ну это ж игра. Так, антивирус установился. Антивирус. Проверка критических областей компьютера. Нажмите кнопку внизу. Начать сканирование. Ой-ой-ой, 355, ничего себе. По-любому по порнохабу лазил. Готово. Вирусы удалены, ПК можно смело возвращать клиенту. Поднимите его ПК и вынесите в зону доставки. Продолжить.
Так, антивирус мы удалим. Он нам за него не платил. Давай, как настоящий программист, жлоб. Да, там перезагрузка. Так. Опа, забрали ПК. Все, заберите вознаграждение, вот так-то. Осталось только забрать денежку, откройте почту и нажмите на принять оплату. Пойдем, так. Принять оплату. Опачки, наши первые $100. Дело сделано, вы справились со своим первым заданием, браво. Возможно, завтра будет еще работа. Принять. А че у меня $85? Где мои $15? Это, наверное, арендодателю ушло. Вот, блин. Вау, что это? Ага, инвентарь. Это инвентарь. Я понял. Ну, прикольная такая игрушка. Музычка на заднем плане прикольная. Успейте забрать халяву в Epic Game на этой неделе. С вами был Розе. Всем до новых встреч.